Давным-давно, в далекой-далекой галактике. А, это не тот ролик. А, да, это лучшая работа в мире. Женя, 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 оно пипкает. Срочно подумайте на уши бурильщиков в скользкой сверхглубокой. Будем бурить. Я сказала скользкой сверхглубокой, а не скользкой сверхглубокой. Это потому что тебя мужика давно не было. Мне померячилось? Или это мужик? А если бы у Марвел была совесть, они бы не делали этот эпизод. Озвучено студией Киноплейс при поддержке зрителей с Бусти и донатеров на стримах. А жили-были Биба и Боба, два долбоеба. Но в другой вселенной, того, что пострашнее, усыновилась семейка голубых. Таким образом, второй, за неимением качественных пиздюлей, вырос в не пойми кого. Фух, сейчас точно все. Погнали, бабоньки, на тренинги женской сексуальности. Так чё, во сколько начнем? Его ж мать сказала, нельзя. О, да перестань. Батя помер, мать впервые свалила. Конечно, чё представится такая возможность. Так, ты сиди и жди, пока я приведу сюда нового мужика. И смотри, чтоб не разъебал тут все. Я тебя знаю, ты тот еще торт. Мне вообще плевать, что она там сказала. Я уже взрослый, могу без трусов спать. Кстати, ты сегодня это можешь увидеть. И помни, за тобой следит наш пес. Погоди, что? А как его вообще кормить? Он сам себе жратву найдет. Да, ну как гости пройдут мимо цепного пса? Ты вообще его ебало видел? О, Шарик, здорово. Ну ты это, сиди охраняй и поменьше яйца лежи. А не будет никаких гостей, мы сами будем гостями. Я что, дурак свою хату разносить? Чё-то какая-то отсосная вечеринка, тут даже красных стаканчиков нет. Я смотрел американские фильмы, там было поприкольней. Так, раз уж мы здесь, нужно найти самого горячего мужика. Скажи спасибо, что тебе достался не этот Дональд ублюдак. Слышь, курица, тебе что, перья повыщипывать? Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Ну, что ты наделала? Пойдем отсюда. А, ты его понимаешь? А я его слышу. Всех румянее и белее. Чего, бля? Я врачиха Женя Лесная, а я торт, коронованный вор Жобгарда. А вот там, прикинь, еще один торт. Мое приложение показало, что ты самый горячий мужик на вечер. Дядя Гриша, как ваша грыжа? Ты можешь, сука, не отвлекаться? Это УЗИ моей... Хм, неплохо, только коньячка маловато. Там все засохло. Ох, ничего себе, это прошечка. А дашь мне в змейку погонять? Да как тебе не стыдно? Ты такая симпатичная девушка подкатывает, а ты? Мне глубоко поебать на твои проблемы. И вообще, я официальный представитель группы Лес. Вадим, здорово. Я не Вадим, я Алексей. Ой, Алексей, Лёх, здорово. А ты знаешь, что у уток член 20 сантиметров? Ой, да хрен с тобой, пойдем. Все равно это не вечеринка, а тухля. Ох, дамочка, ты себе не представляешь, на что способен этот клюв. А ты что хотел, что тебе говорил, Катя, красивая прическа? Хе-хе, ну было бы неплохо, кстати. Объявляю вас уткой и проституткой. Магазин переводных наклеек. А спонсор нашей вечеринки? Шампунь «Лошадиная сила». С кем я вчера бухав? И чему я балакаты по-украински? Откройте военкомат! Что тебе нужно у меня дома, блядь? Увидеть я хочу! У нас есть информация, что вы скрываете призывника. А ты не помнишь, что было вчера? Куды? Слышь, великий Гейсби, ты от меня до 27 тысяч лет будешь бегать? Дверь запили, мне дует. Я так понимаю, это он? Слышала, мент, вали отсюда, блядь! Зам военком, по всему миру образуются акули торнадо. Да, если мы не сможем призвать того уклониста в наши акули торнадные войска, то всему миру пизд. Короче, он сам вынуждает нас пойти на решительные меры. Внести Флюгельхаймен. Так, нам поступили жалобы на вашу вечеринку. Кто тут главный? Вечно вы мусора нормальным людям кайф облаваете. Неспроста вы голубые. Так и быть, приведу вам его. У меня как раз есть парочка идей, как это сделать. И вообще, он у меня явно запал. Ага, сначала глумился над тобой, а потом выебал для прикола. Это не просто тамагочи, это фемагочи.
Здорово, тортик! Слава богу, ты пришел! Нам как раз нужны менты-стриптизеры! О, гляди, звезда падает! Загадай желание! Ты знаешь, я впервые в жизни захотел женщину! Привет, мальчики! Заказывали? А можно всех посмотреть? Да к тому же, это не я заказывал, это вот мой друг Лёха. Ты издеваешься? Заказывал совсем не это. Ты вроде похож на мужика, но ты мне все равно что-то не нравишься. Ты издеваешься? Ты знаешь, сколько я летела? Что ты мне сделаешь? Повалишь на спину и начнешь сосать? А еще я кусаться умею. Что ж, тогда попробуй прокусить мой молот, если, конечно, он на тебя подымется. Знаешь, какое имя лучше всего подойдет для такой кобылы, как ты? Недотраха! Для тебя я просто капитан Стропон. Где мои 3700? Да у тебя ебало кирпича просят. Ты даже свою палку нормально бросить не можешь. Если хочешь, чуть пониже кину. Так, за садомаза я беру надбавку. Сверху еще 2000. Так, за трансфер еще будешь... Я даже не знаю сколько, но пусть будет 3400. О, как в мультфильме про койота. Ща, погоди, пожалуйста, одну секундочку, он еще не готов. Все, есть! Пип-пип! Бип-пип! Я смотрю, ты меня совсем положил. Я не буду платить какой-то злобной недотрахе. Не-да-траха! Не-да-траха! О, у тебя есть кот, а как его зовут? Гусь. Да ты чё, какое замечательное имя. Ты ж поняла, что это ни хрена не нормальное имя для кота. А я хотел заказать пиццу и случайно тебя набрал. Я просто тебя очень созвучно записал. Ага, поди влюбился после вчерашнего. Господи, опять это свое. И, кстати, записал тебя тоже на букву П. Я как раз говорил, что финальную битву нужно проводить в Сызрани. Ну как же так? Там же люди. А вообще это неплохая идея. Для них это отличный стимул переехать. Слушай, мне тут одни сапожки понравились. Да какие сапожки? Врачиха лесная. Все, люблю тебя. Я имел в виду купи. Ох, кого я вижу? Сбежавшая невеста, миссис Ублюдак. Блин, мы ж договаривались, просто Дак. Так, а где ты говорила сейчас, мамка торта? Шо? Ну ты гения. Ну а ты Евгения. Ладно, забудь. А всем привет, это раскаленный до 1000 градусов нож челлендж. И сегодня мы будем резать статую свободы. Оп, ну все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Она отмазывает его от армии, забирает нас к себе. Я становлюсь принцессой Жопгарда и до конца жизни работать не надо. Прям мечта идиота. Так, фазный провод с нулевым. Ага, посмотрим. Все готово. Саря, Криосан, спасибо. Ваши 4G пушки вообще огонь. Это я, почтальон Джерри. У меня посылка для вашего мальчика. Мне даже не холодно. Здорово, бабоньки. Из чьих чресел тот потлатый? О, а можно бахну? Шандон майот можешь, а вот Абрау Дюрсо не трожь. Из-за тебя я прогуляла смену, а это еще 7200. Привет, сынок, я научилась в WhatsApp отправлять голосовалки. Знаешь, как будет по-английски мать? Они тебя в армию забрать хотят. Но батя же должен был договориться. Ага, только он помер недавно. Вот это подстава. А еще он недавно у меня полтос занимал. Это что, прям в военкомате нужно будет с мальчиком? Нужно, чтобы точно поверили. Трахнешь заодно ее тоже. Зато сразу будет понятно, что с тобой что-то не так. Ой, рада была увидеться с вами, мои хорошие. И не забудьте свои рисунки мандолы. Такси! Так, ну все, я полетела, деньги оставь себе. Нет, пожалуйста, меня же в армию загребут. А ты им скажи, что это я тебя так неплохо отымела. Мы как раз собрались играть в короче, неважно. В общем, будем стрелять журавлями по свиньям. Так, все, вечеринка окончена. Так получилось, что мусора не хотят убирать за собой мусор. Так что поможете мне в этом... Куда вы все пошли? Кто свалит, молнии приебу. Не надо. Так что ноги в руки, палец в жопу и вперед. Надпись на стене. Тор сосет. 4. О, привет, мам. А мы тут плюшками балуемся. Матерь, у тебя инсульт? Говорят, если человек не может улыбнуться, то да.
А если вы хотите узнать, чем все закончилось, а также посмотреть всю серию, да и вообще весь сериал в такой озвучке, то подписывайтесь по моей ссылке в описании на мой аккаунт в Boosty. Помимо этого, здесь есть море уникального контента. Просто выбирайте здесь справа подходящий уровень подписки, поддерживайте канал, и взамен на это вы получите от меня крутой контент. А также не забываем смотреть вот сюда. Спасибо всем, кто поддерживает наш канал. Без вас не было бы ни этого ролика, ни некоторых других проектов. А всех остальных ждем в уютном клубе Киноплейс. Представьте, что вы начинаете слышать голос, поднимаете глаза в небо, а там с вами говорит гигантский негр. Вот и сказочки конец, а кто не слушал, долбоеб. Озвучено студией Киноплейс при поддержке зрителей с Boosty и донатеров на стримах.